Куда будем путь держать? Ой. Ну уже никуда. Это не грабеж. Это называется 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас приду. Ай. Вот это нормально, так почтальон. Нормально. Слишком много вопросов, но нет ответов. Кибер отправил все в далекое путешествие по океану. Улетел бутерброд. Хотя зачем нам мелочиться? Мы же тут этот, в гостях как бы. Законы гравитации никто не изменял. Или Last Bro. Всем привет, сегодня будем смотреть город Last Bro. Тут у тебя руки вообще. Привет. Ну давай, можешь загружать. Загружать? Да. Все. Что это у тебя? Сейчас загрузится. Ну, вот город со всем, что нужно. С магазином, с почтой. Ну, короче, все, что нужно. Даже пятерочка есть. А, давай начинать. Да. Куда идти? Ну, давай так, в пятерочку. Это обычная пятерочка. Сейчас, погоди, карточку возьму. Карточки нету? Нету. Ладно. Так. Вот, цветочки растут. Ладно, это не особо важно. Пошли. А что дверь не... Вот тут есть. Еда. Ну, двери просто без колизей. Добро пожаловать. Еда, где... Кирпичную еду можете покупать. Тканевую еду. Может даже. Лего, кстати, очень вкусная. Да, ясно. Ну прям так написано, да, еда. Игры. Ой, кирпичные игры. Вода. Игры. Спирт. Это ладно. Какие-то списки. Это касса. Касса? Сейчас я у вас тут все возьму. Сейчас я перезайду в команду. Сейчас будем закупаться в магазине. Сейчас, конфетка есть? Так, что тут у нас? Начнем с еды. Думаю, мне понадобится много еды в моем путешествии по всему городу. Наберем. Так, на кассу уже, да? Да-да-да. Так, сейчас еду принесу. Ой, стену нечаянно взяла. Не переживайте. Сейчас все это лишнее уберу. Так, пробейте мне, пожалуйста, вот это все. Так, пип-пип-пип-пип. А куда еда девается? Я что-то не понял. Вся... Вот вся машина. Вот в пакете. Не понял. Что за... С вас 8 тысяч. Какую-то коробку мне дали за место еды. Еще 8 тысяч. Так, золотой блок есть? Сейчас, секунду. Я расплачиваюсь только золотом. Вот, хватит? Да, конечно. Забираем. Забираю. Так, ну, еду я вроде бы купил в этой пятерочке. Пойдем дальше. Что тут еще есть? О, светофор. Ладно, пошли сюда. Общага. Что такое общага? Это общежитие. Это общежитие, где после этого. После я буду жить. Сюда тут. А я после школы никуда не приходил, я только домой шел. Ой, блин. Не, ну в смысле, после школы это когда ты закончил учиться в школе. А, не понял. Ну ладно. А это что такое? Ну тут почти все вещи можно пинать, трогать. Ну, да? Почти. Тут можно творить беспредел? Ой, как это я в библиотеку попал на втором этаже? Не понял. Загадки. Я сейчас возвращаюсь со второго этажа. А как ты так сделал? Не знаю, я прыгнул в потолок и что-то произошло. Ладно. Так, дальше что тут еще? О, бутерброд. Стоп. Так, бутерброд. Ура. Я достиг тебя. А где он? Улетел бутерброд. Лампа еще тут перемещается. Зато тортик имеется. Тортик. Чил, привет. А можно тут чем двигать-то? Ладно, пошли дальше куда-нибудь. Ну, тут почти. Одну комнату я разгромил. Какую еще пустишь? Ладно, да, эту можно еще. Так, что это тут так, у нас побогаче. Двигается? Опачки. Че так мало двигается-то? Одну лампу постоянно переворачиваю и все. Я знаю, как сделать все это поинтереснее. О, сейчас уберем эту скучную лампу. Она уже надоела мне. Теперь стул двигается. А, стул слишком тяжелый. Кто это к нам в окно залезает? Эй, вас этот... это мой дом. Сейчас. Сейчас коллизию уберу. Наоборот, нельзя никого пускать в дом, где сижу я. А? Так. Это... Ну, тут просто очень... кроватки были. Дальше. Номер два. Ого, моя любимая лампа. А, стоп. Не понял. А лампа не двигается уже. Что за происходит? А может, чашку можно? Я бы хотел бы с собой взять это, что я не понял. Ты что, фиксацию включил всего? Да. Не надо, я же кушать. Тогда я, будет я понял, почему лампа не двигалась. Ладно, пошли дальше. Тут везде, а короче, лампа собрана. Перемещается. Тут стоят стульчики и кровати везде. Ну ладно. О, что такое? Это фитнес. Йогой заниматься. Так, что йогой. Мне тут можно поделать? Как? Вот тут есть целый телек. А у меня вроде бы есть эмоции. Нет.
Короче, тут надо спортом заниматься. Тут ничего не двигается, к сожалению. Окей, пошли дальше. Комната номер еще одна. О, тут все спят. Ну, конечно, я бы тут бы не спал, а игрался. Вот так. Я буду двигать все эти лампы, пока они не упадут. Это лампа. О, все. Так надо. Как? Ладно, я хотел бы, конечно, кровать переместить. Сейчас, секунду. Извините, что перемещаю все тут. Ну так надо. Блин, у меня сломался инструмент, я не могу больше ничего двигать. Нет, самое худшее наказание. Я хотел с кроватью еще проиграть. Ну ладно. Значит, не надо. Пошли туда. Я тут еще не был. Ого, тут опять кухня. И снова это моя любимая лампочка. Так, и вот так, все. Пошли наверх. Покидали. А этот, кто там этот? Кто живет в комнатах, они там приберутся? Ну, там пока что никого не заселено. А, ладно. Жителей нет. Будут учиться прибираться в комнатах сразу, как приедут. Вот так. Вот тубзик. Ну, туалет. Даже два. О, а это что за комната? С какими-то списками. Вот это тут книжек. А, это я сюда попал. О, вот куда вот мой бутерброд летит. Да, вот куда он летел, мой бутерброд. Нет, он летел еще дальше. Куда? Думаю... Не знаю, где. Срочно вызвать вертолеты, самолеты, танки. Найти мой бутерброд и принести ко мне. Нет. Могу конфету дать. Мне не нужна конфета, я хочу бутерброд, который у меня забрали. Ого, и мы сейчас поиграем с книжками. Ну, как сказать, поиграем? Мы будем... Что? Это не книжки, это бумага. Я опять выпрыгнул. Свободное творчество. Я на крыше. На крыше? Молодец. Да. Я жду, тут телепортироваться можно в этом городе. Как прикольно. Ладно, не будем издеваться над книгами. Это все-таки книги. Конечно, они не открываются. У них тут очень много. И мне кажется, что это разноцветные кубики, в которых надо играть. Пошли дальше. Да, так, тут туалет, я уж тут был. Скамеечка. Скамейка в доме. Ладно. Ну, ого, тут не чай готовят внутри. Пицца, вода. Тут можно складывать покупки, которые ты купил в пятерочке напротив. Я так счастлив, что эта проблема решена. Так, вот моя еда, которую поместили в коробку. Хотя зачем нам мелочиться? Мы же тут этот, в гостях как бы. Магазин перенести. Ну, а, ты типа этот... того. А, сейчас... ну? Так. А, секунду. Всё. Пошли кушать. Ой. Сейчас так в дом пройдем-то хотя бы. Пошли в дом сначала. Ой, блин, тут окна. Заходи за мной. Так, пятерочка. Можем начинать трапезу. Я же всю еду купил. Все попаду. Блин, заново загрузи город, пожалуйста. А то. Сейчас посмотрим остальные здания. И еще что там осталось. Ну, тут можно пожить. Это хорошо. Жить можно. Так, дальше. Ого. Расфиксируем, давай-ка. Ок, сейчас. Я хочу поиграться с этими лампами. Они тут двигаются? Что? Лампы не двигаются. Нет, вот что фиксация. А, наверное, фиксации нету. Сейчас я. Так, ловли. А, нет, реально. Вот тут какие-то деревья, листья падают. А тут лампы, которые нельзя ломать. Ладно. Твисти. Ну, как получилось. А как ехать? А. Ого! Я гоняю! Я гоняю на этом! Что это такое вообще? Я на карусели езжу! Ура! Ой! Ура! Еще круче! Стоп! Останови! Я хочу бы обратить внимание на твой скин. Это что за лапы вылезают из тебя? Это руки. Ладно. Так, сейчас мы поэкспериментируем с кибером. Кибер, включи. Вот это вот. Включи вот это, пожалуйста. Что? Вот это. А. И садись туда. Садись, не боись. Нет. Ого. А, еще секунду. Ого. Вот это уже аттракционы настоящие. Вот это уже аттракционы, а не то, что тогда было. Гонки. Ладно, ты где? Выпрыгивай, ладно, все, хватит. Так, что тут у нас еще есть? Песочница. О, привет, Зэк. Пока, Зэк. Тут можно качаться на этой качели, но слишком медленно. Как? Тяжело, потому что из титана. Тяжело? Ничего. Она из титана, поэтому... У меня есть идея, как это все устроить. Я стану тяжелее, а теперь ты станешь тяжелее. Ой. Короче, надо, знаешь, как сделать? Сейчас покажу. Теперь тебе. Садись туда. О, все. Законы гравитации никто не изменял. Сейчас еще больше. Так. О, все. Так.
Ура, мы качаемся. Теперь надо все это убрать. Поставить. И поставить мне. Теперь я буду качаться. Вот так. Теперь мне убираем, ставим тебе. И ты будешь качаться. Законы гравитации, что сказать? Ладно, сейчас будет самое интересное. Сейчас это будет горка. Обожаю на горках кататься. О, а вот это уже интересно. Так, можно еще один стульчик? Садись вместе со мной. Сейчас нужно убрать там под тобой стульчик. Ого, ой, стульчик улетел. Поставь заново. Блин, куда они улетают? Я что-то не понял. Слишком много вопросов, но нет ответов. Я хотел покататься просто. Они мне тоже покататься не дают. О, нормально. Давай, катись. Нормально. Теперь горки нету. Взял все испортил. Как обычно. Все исправим. Не надо, ладно уже. Пусть так будет. Ну хотя почини, потому что дети сюда еще придут. Ого. А вот тут можно реально забираться. Только мне лицо это больно немного. Ну ладно. По канату еще можно. Опа. Ну, короче, развлечения мы тут уже поразвлекались. Мне интересно просто. Садитесь туда, подождите. Подождите. Секунду. Родились все мои конфетки. Так, стойте. Ой. Подождите секундочку. Так. О. А я даже не знал, что так можно. Ладно, спасайтесь. Уи, вот это аттракционы. Жалко, что я с вами не был. А, все. Кибер отправил все в далекое путешествие по океану. Мы тебя запомнили, Кибер. Надо гарпуном спасти. Не надо, он уже не спасти его. Живи, Кибер. Лишь голова доехала. Ладно. Пошли в почту России. Мне должна была посылка прийти. Сейчас посмотрим. О, это что за список? Я что-то не понял. Вы должны работать круглосуточно. Пошли. Это правило. А. Так, ты, значит, у нас почтальон, да? Скажи. Да, есть такое. Мне пришла посылка. Гоните ее быстро. Или вам не поздоровится. Хорошо, назовите номер посылки. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас приду. Ай. Вот это нормально, такой почтальон. Давай, иди за посылкой, а я пока осматриваюсь тут у дерева. Теперь кустик, скамейка. На скамейке так, можно сейчас сидеть. Так, что тут у нас в почте? Кнопка. О. А? Что если это меня придавит? Любопытно. Тут ваша посылочка немного упала. Где? Как моя посылка могла упасть? Вот, короче, ваша посылка, вот она. Вот это? Вот я вам помню. Эй, ты что с моей посылкой делаешь? Отпусти, оставь, оставь. Сейчас я ее сам... Куда она улетела? А вон она. Дерево, это не должно помешать мне забрать мою посылку. Я опять застрял в бутылке. Мне нужно достать мою посылку. Она очень ценная для меня. Можете так, забрать эту посылку там. Я там забрал свою посылку, спасибо. Почта неплохая. А, еще одну? Подарок? Не трогай! Нет. Да. Ну, спасибо вам, конечно. Так. А, жалуйста. Спасибо, посылки я набрал. Так, что еще осталось? Сейчас съем фиолетовую конфету, чтобы быть как флэш. А куда? Где мой дом? Мне нужно куда-то посылки положить. Там это очень важные посылки. Масло. Мне нужен дом. Срочно хочу купить дом. У меня достаточно золота. Хорошо, пойдем. Вот, смотри, вот, это все тебе. Только дай мне дом, в котором я могу оставить посылки. Вы можете жить в грузовике. Я в грузовике жить не хочу. Хотя, ладно. Тогда пойдемте. Неплохая идея. Я вывезу коробки вместе с собой. Попозже. Так, а кстати, я грузовик не смотрел. Может, ну, там что-то что-то есть. Так. Там нужно перезагрузить немного город. Я не понял, тогда посылки пропадут. Ты чё? А да сейчас, ну, сейчас. Нет, мои посылки! Потому что тут нет. Там кое-какие неполадки. Ты уничтожил мои посылки. Брать. Ты посылки мои сломал. Ладно, за посылками я вернусь еще в эту почту. Я знаю, как их всех вытащить надо разом. Ладно. Там, короче, у торгового центра лучше не убирать фиксацию. Так, машина. Что за машина такая? А что? Что я в светофор врезался. Вот эта машина, сейчас полетим куда-нибудь. Давай там живи. Так. Еще салон есть. О, там внутри что-то есть, вон там. Коробки, мои коробки уже доставили, это хорошо. Руль работает. В атаку! Нет. Ладно. Откройте мне. Там еще сзади этот открываются двери. Да.
ну там, если нажать на кнопку, то там задняя дверь открывается. Ой. О, нормально. Мои посылки там будут. Так, сейчас припаркуемся тут где-нибудь. Так, где бы мне бы припарковаться? Ну, тут, думаю, будет неплохо. Сейчас, развернуться надо. И вот тут машину оставить, все. Кто оштрафует машину, получит. Ну ладно, давай, что там сзади у меня есть в машине? А тут мои посылки сюда доставили. Это хорошо. А, пошли в торговый центр. Пошли, купим себе око. Рыбалка, одежда. А, игры там вот ничего тут нет. Есть. Билайн. Билайн. Или Билайн. Я сам не знаю. Так, ух, Геймс. Я не такой страшный, как он. Ладно. Джик. Дверь закрываем. У меня есть забавный вопрос. Что же будет, если я встану между дверьми, когда они будут закрываться? А, ладно. Ого, тут тоже двери. Не, мне все-таки интересно, что со мной произойдет. Давай. Не, что-то мне вообще не больно. Ладно, пошли в магазин. Поко номер 3. Поко номер 4. Что за поко? Так. Это телефон такой есть. А. Ноутбук. Я хочу поближе рассмотреть бестика. О, здравствуйте, мой друг. Поко. А это кто? Деньги. О, у меня появились деньги. Так, вы же не против, если я это заберу? Ну, конечно, не против. Так, я пока за дверью это поставлю. Потом положим это к себе. Ладно, к деньгам мы еще вернемся. Тут нужно подписать квитанцию о покупке телефона. Я не понял, зачем мне квитанция? Я ничего не покупаю. А. Я смотрю. Это меняет дело. Хотя... Ой, у меня зависло. А, нет. У меня тоже. Кто-то загружает свою топовую постройку просто. Да, походу. Такое часто что бывает. Так, сейчас я вернусь с деньгами, не переживайте. И куплю у вас там телефон себе новый. Так, пошли. Вот у меня тут целое... Ну, как сказать. Много денег, короче. Так, покупаю все, что кстати, тут есть. Куда-то делать все наше освещение. Лампы куда-то делись. Это не я уже. Так, ладно, я все там. А, это фиксацию отключили. Точно. Рыбалка. Все для рыбалки. Ну ладно, я не рыбачу. Появилось освещение сейчас? Не знаю. Зачем мне освещение? Пошли на лифте наверх лучше. Ого, Зеги. Ух, Геймс. А в чем Геймс-то везде? А что со вторым лифтом? А что ты не понял? Второй лифт тоже. А, ой, что с вторым? Это что за палки, просто скажи. Это должны были быть дверцы лифта. Ну, это потому что, наверное, фиксацию убрали. Стоп, 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 стоп. Лифты сломаны, так сказать. Ладно, давай одежду куплю. Ну, надо вызывать лифтера. Лифтер. Так, как бы мне одежду себе купить? Одежду покупать. Я буду кассиром. А, на одежду потом куплю. У меня пока что футболка только недавно появилась. Спортмастер. Ого, это что за кубик? А, это мяч, наверное. Это баскетбольный мяч. Кубик Рубика. Давайте мне один. Вот он уже стоит на кассе. А, ладно. Сейчас, секунду. Так, начнем кубик рубиться. Ого, он перемещается. Я не знаю. Один мяч возьму тоже. Тут скейтборд. Так. На кассу давить все? Конечно, конечно. Вот можно, если хотите, возьмите этот чудесный скейтборд. Где? Этот? Ну дайте тоже. Да. Было нужно это... Ну, да. Кубик-рубик, скейтборд, все вместе. Ай! Так, сейчас на кассу. Все, вот, на. Пробейте мне все, что я купил. Так, с вас... Там еще на полу лежит, блок. Если что. О, сколько много. Тогда с вас 10 золотых блоков. Что? Че так много? Нынче ладно. Цены такие. Скизы, а вот сел. Масло тоже покупаю. Кстати, если посмотреть за стеклом, то оно зеленое. Не понял. А, ну, оно показывается просто без верхнего слоя. Вот, 10 золотых блоков, можете пересчитать. О, я теперь миллионер. Стоп, вы меня обманули. Миллион нет, за ничего. Кубики Рубика, это вообще как-то... Так, я упал на лифт, кажись, меня уже никто не спасет. Можно вот так сделать. Та-дам. А вам другой лифт, а нет. Пошли вниз. Так, магазин тут, я побыл. Если не убирать эту фиксацию, то тут еще двери могли открываться и закрываться. Ямбук, привет. Я наверх. А вас прибежим? Я хочу сделать эпичный кадр. Выпрыгиваем через окно. Сейчас. Пум, пум, пум.
Ладно, не очень эпично получилось. Коровка. А почему магазин называется Коровка? В нем что, коровы живут? Ну, потому что я... В нем коровы, что ли, живут? Нет, я видел просто на улице какой-то гигантский супермаркет, который назывался Коровка. А, я уж подумал, там коровы живут. О, так. У кого-то там какое-то колесо. Перезагрузи заново, пожалуйста. Ну-ка. Ну, неплохой город. Учитывая то, что тут там можно если, короче, кидать вам эту данную. А? Я буду отключать там, фиксацию. Если набирать фиксацию, то тут двери лифта могут открываться, закрываться. А, ну давай попробуем. А как они без фиксации будут открываться? То есть с фиксацией. Там кто-то, что-то к нам несут. Там кто-то летит. Это лиса Фырка. Неужели даже акаций заразился этой лисью болезнью? О, это лиса. Нам лису привезли. Она сейчас в блоках будет, надо ее спасать. Я спасу ее ценой своей жизни. Гарпун, гарпун. Давай, ты тащи гарпун, а я буду сторожить. Все блоки, мешающие гарпун, удалять. Так, надо чуть его подвинуть. Вот так вот. А, все. Вот гарпун придавил магазин. Спасите меня. Вот застрял. Прыгай, прыгай, сейчас колесо беру. Я уже сам. А, ну ладно. А, как тут это работает? Вот, смотри. Вот если кликнуть, видишь, двери открываются и закрываются. О, нормально. Так, ну и напоследок, я знаю, что надо сделать. Мы уезжаем с этого города со всеми товарами, которые купили. Нет, это грабеж. Это не грабеж, это называется, я сам не знаю. Что, у меня есть камень, ножницы, бумага. Так, что будет, если магазин коровку упадет на голову нам? Ладно, давай, поехали отсюда. Садись в машину быстрее. Нам пора отсюда валить, тут будет взрыв. Я прибегу, подожди. Давай быстрее. Быстрее, магазин падает на нас. Садись в машину. Ладно, я в багажник. Садись, давай, в багажник. Дверь. На ходу. Все, поехали. Закрывай дверь. А, я не могу попасть по кнопке. Все, а, нет. Сейчас. Хорошо, осторожно, осторожно. Нет, сейчас. Я выехал. Сейчас пройдем, сейчас пройдем. Давай за дверь. Опа, давай. Я все. Не могу выехать. Что мешает? Так, поехали. Ты же в багажнике вроде хотел гонять. Я выпадаю в багажнике. Нет, у нас больше стекла от первого лица. Мы выехали из этого города, пора валить отсюда. Поехали отсюда по дороге. Куда поедем? Куда будем путь держать? Ой. Ну уже никуда. В качестве бонуса будем играть в камень, ножницы, бумага. Не надо. Здесь, короче, самое начало. Ты победил? Нажми сюда. Очень любопытно, что делает кнопка, которая победил. Ты победил? Нажми сюда. Нажимаю. А, я улетел. Я победил, ура! Ладно, заново крути. Это если я победил, тогда надо нажимать. А я же еще не победил. В принципе, логично. Так, сейчас. Мой мозг разламывается. Так, камень, ножницы, бумага, онлайн. О, конфеты. Будка ведущего. А что ведущий делает? Надо кнопку, то появится счетчик. Типа, один появилась, цифра один в любой команде. А, я понял. Короче, надо это сделать на таймерах. Стой, ты камень ставишь? Что это? Нет, нужно сначала камень поставить, чтобы что-то показать. А. Если ты хочешь выбрать камень, то ничего вообще не нажимай, потому что с этим проблемы. Так, давай. Три, два, один, нажимай. Ножницы. У обоих ножницы. Давай. Три. Ну, этот камень. А, три, два, один. УЕФА. Бумага. Че? Давай. УЕФА. Да, давай еще раз. УЕФА. УЕФА. Мы что, одинаково делаем? А, тут человек с головой листы из Майнкрафта. А, ну, давай еще раз. УЕФА. УЕФА. Эй, я видел, что я опоздал. Ай, за что так? А мне не больно. Ха-ха-ха. ПВП включи, пожалуйста. Я сейчас включу. А, теперь я могу нажать. Вот нет? Так надо выигрывать. Разлетелось у тебя. Да. Заново загрузи, пожалуйста. Окей, ну, вот такие у тебя. Вот такой у тебя был город и бонус в виде каменной бумаги. Всем спасибо, всем пока. Пока.